В преддверии Нового года повысилось количество ДТП с участием детей. В ГИБДД связывают это с приближением каникул и суровыми климатическими условиями. Но в первую очередь ответственность за детей несут их родители. Сотрудники ГИБДД решили напомнить взрослым об их ответственности. Юрий Осипов продолжит. Свои подарки на Новый год автолюбителям столицы подготовили инспекторы ГИБДД. Здесь нарушителей встречают не суровые блюстители закона, а Дед Мороз со Снегурочкой. Вот вам подарок от Деда Мороза, пожалуйста. И вот у нас ребенок, главный пассажир, родителям. Пожалуйста, памятка, почитайте, пожалуйста. Проверки проводятся рядом с детскими садами и школами, в местах, где проходимость машин с детьми максимальна. Во время проведения этих массовых проверок с нами работают Дед Мороз и Снегурочка вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Значит, они напоминают родителям о правилах перевозки детей, вручают памятки, а детям небольшие подарки. Ну, конечно, под масками Деда Мороза и Снегурочки скрываются тоже сотрудники госавтоинспекции. За этот год произошло 133 ДТП с участием несовершеннолетних. 142 ребенка получили травмы разной степени тяжести. Есть погибшие. Больше половины пострадавших детей – пассажиры. Часто тяжелые травмы ребенка связаны с нарушением правил перевозки. Как показывают проверки, родители в большинстве осознают свою ответственность как перед своими маленькими пассажирами, так и детьми-пешеходами. Быть внимательными, следить, не превышать скорость. За два дня сотрудники ГИБДД проверили около 200 машин. Из них выявлено около 20 нарушителей. Это 10% от общего числа. Водителям, которые не позаботились о безопасности ребенка и не приобрели детское автокресло, грозит штраф в размере 3000 рублей. Юрий Осипов, Андрей Осикритов, НВК Саха, Якутск.